Друзья, в России с сегодняшнего дня отменены все концерты всем известного российского поп-короля эстрады Филиппа Киркорова. Оказывается, в час ночи к нему домой приезжала скорая помощь. У певца было высокое артериальное давление. И в 5 утра скорая помощь уже забрала его в больницу. Сейчас он находится в 18-й городской больнице города Москвы в тяжелом состоянии. Подробностей, к сожалению, пока не сообщается. Сейчас весь интернет гудит об этой страшной трагедии. Все очень сильно переживают за здоровье Филиппа Киркорова. Сейчас мы собираем информацию, друзья, и уже завтра рано утром на нашем канале, в нашем новом выпуске, появится вся правда об этой всей трагедии. Там будут все подробности. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал, друзья. Берегите себя, своих родных и близких.